Наконец-то мы дождались теплой погоды, а значит, возникла необходимость перехода на летний гардероб. Сколько бы градусов не было на улице, важно чувствовать разницу между курортной одеждой и городской, хотя отдельные предметы могут быть одинаково уместны и на берегу, и в мегаполисе. Как, например, длинная юбка из шифона. Уже не первый год дизайнеры предлагают нехарактерный для летнего сезона черный цвет. Модели из натуральных материалов, вискозы, льна и хлопка абсолютно комфортны, не говоря уже о том, что в них есть особый шарм. Футболка с принтом – это больше, чем must-have, поэтому пусть их будет много, и они будут разными. В качестве ультрамодного варианта стилисты рекомендуют жакет в мужском стиле, который удачно контрастирует с легкими фактурами лета. Также могут пригодиться бомберы, парки, ветровки или кардиганы.